Итак, всем привет, дорогие друзья, вот такая вот у нас новая заставочка в начале игры, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal. В прошлой серии мы узнавали слабые места солнцеходов в том видении, в этой серии мы, так сказать, продолжим историю Такара. Извиняюсь, реально извиняюсь за то, что... Не могу почаще серии выкладывать, у меня то времени не хватает, то еще чего-то. Поэтому прошу понять, простить и отпустить, как говорится. Короче, я на базе. В прошлой серии, по-моему, я болтал с нашим шаманом. Дорогим. Надо вот сюда подойти, мне кажется, здесь что-то важное можно спросить. Надо к ней в дом зайти. Это Удам. Много винжа убить. Здесь уши не слышать крики. Снаружи крики не прекращаются. Ты усмирить крики, Такар. Ты убить Ула. Я выследить его в его доме, да. Но его дом гнилостные пары защищать. Я знать, как остановить гнилостные пары. Желтый лис севера. И земелюдам. Удам диджамс. Ты сказать своим ушам, я вернуться. Задание добавлено в меню карты. Смотрим наше задание. Вот это вот было бы неплохо, так сказать, приручить пацана. Добавлено на карту, да? Вот этот новый чел какой-то, урки-мыслитель, блин. А, вот сюда. Ебать, она, конечно, закатила места для миссии. Ладно. Давай, короче, смотри, что сделаем. Кровавого клыка, короче, приручим. Или убьем. Поохотимся на него, короче. Мне кажется, он мне сейчас пригодится в будущем. Так, тут... А. Ладно, тут пешком в основном надо. Так, это лук, дубиночку. А, вот и мой братишка. Давай, поехали. Туда нам надо. Да не утону, не утону. Чё ты начал-то скулить? Ты у меня вообще вездеходом должен быть.
Блин. Все кусты, как всегда, соберет. Нормально летим. Ба, медведь, охуеть. Ну хрен бы с этим медведем. Так, через арочку. Так, ладно, вот тут вот я спешусь. Тебя уберу. Так, у меня приманка мяса, если что есть. Мне кажется, лучше копье взять. Сейчас буду смотреть, как к нему забраться туда. Хотя тут, в принципе, просто. Тут, кажется, надо просто по подъему идти. Странно. Ну ладно, допустим, я забрался. Исследуйте пещеру, понимаю. Ну давай поисследуем пещеру. Что-то тут освещение до хрена для заброшенной пещеры. Хотя, в принципе, это неплохо. То, что тут есть свет, все дела. Мне кажется, его, как правило, можно будет приручить. Типа, смысл такой экземпляр убивать. Мне кажется, вы тоже не видите смысла такой экземпляр убивать. Так, ладно, спускаемся. Да зачем ты рыбкой-то сюда ныряешь? Так, ладно, лезем сюда. Такое ощущение, как будто он сейчас прямо здесь будет. А, ну да. Такар! Ты бежать! Саблезу близко. Ночь — это смерть. Ночь — это смерть. Пизда ему. Нет! Ебать. Кровавый клык. Я ранить его когда-то. Ебать. А именно охота, можешь его приручить, а? Большая охота. Исследуйте зоны на мини-карте со следами, оставленными крупными зверями. Некоторых крупных зверей можно приручить, но сначала их нужно победить. Если вы погибнете, урон, нанесенный крупному зверю, сохранится во время следующей охоты на него. Ну погнали, чё. А почему я должен погибнуть? Я его вроде приручаю. Ой, ебать. Вот это вот надо. Так, я вышел отсюда. Здесь у меня моя респа.
Я иду дальше сюда. Ага, зона поисков началась. Да? Ну, давай посмотрим. Местоположение обнаружено. Да сука. Ну нахуя тебе свет на копье, блядь? Угу. Сюда пошел. Ну ладно, с одной стороны, с освещением нихуево. С другой стороны, ну бля. Я его не убить хочу. А, вон там вот крик был. Мне, наверное, не показалось. Ебать, он что, туда пошел? Пошел. Удам прошу. Маска Удам в крови, от кровавого клыка бежать. Гнаться за Удам не с по холму. Давай в подкате. Так. Сюда пошел. Ебать. Вот тут аккуратно надо. Сука, аккуратно надо. Ебать, тут гнили всякой. Кровавый клык убивать Удам тут. Кровавые следы идти на юг. Уже утро настало, поэтому чё нам бояться? Всю ночь, блин, за ним идем. Он, конечно, интересный тип, а вот на окружающую среду ему похуй, да? То, что типа вот здесь он мог кем-то пожрать. Или ему человеченка больше нравится просто. Но я как знал, что он сюда пошел, я мог сократить. Так, вот это вот надо забрать, понадобится. Так, смотрим. Кровавый клык болеть. Новые следы в долину, старые следы в лес. Это типа он блеванул, блядь? Пиздец. Да ну нахуй, вон он. Где-то тут мой красивый, блядь. Поехали. А не показалось, вот следы. Не, ну а чё ему болеть, кстати? Сейчас я его покормлю по-человечески. Ебать. Ловушка Винджи. Следы крови кровавого клыка.
Да почему ты с горочки не хочешь съехать? Съехал бы с горочки, что тебе стоит? Говнюк. Бля, можно без медведей нахуй? Кровавый клык никого не боится. Нападать более смело. Кровавые следы на юг идти. Ты чё, блядь? Съебалась с визгом, блядь. Падаль, блядь. Мразь, блядь. Нападает на меня тут. Сука, сейчас вернется. Ловушки на крупных зверей. Во время охоты на крупных зверей на карте отмечены места, где можно ставить ловушки. Подойдите к указанному месту, используйте ресурсы, чтобы соорудить ловушку. Попав в ловушку, крупные звери будут ранены и ненадолго обездвижены. Блять. Сука, блять. Ебать. Аж застыло. Ловушку бахнул. Я охотился на кровавого клыка. Кровавый клык приходить ночью. Сейчас Винджа спать. Мы готовимся. Ага. Ебать, тут ловушка нахуй. Чё, мне не жалко, давайте наделаем ловушек. Будем спать до ночи теперь. Я как понял, мне его приручить не дадут, наверное. Ладно, спать до заката. Ебать. Ебать. Блядь, где мой этот? Он же меня сейчас ёбнет. Так.
поджечь. На нахуй в жопу, сука. На еще, блядь. На еще, блядь. Так, братан, стойте, похавать надо. Да не пизди, я ж попал. Сука. Надо моего братана поднимать. Так, идем к ловушке, короче. Опа. Ну чё, блять, он там делится-то? Он придет сюда или чё? Ай, лошара, блять. Чё, я типа слишком долго с ним воевал или чё, я не понимаю. И нахера я его дамажил? Пиздец. Я там видел надпись, дойдите до его логова, что-то там, а я это... Как я должен был успеть? С древесина кончилась. Ну давай скажи мне, что нету места у меня. О, приколист. Хочешь приручиться, на? Ай, бегу. Бежит. Смотри, какой бежит он. Сейчас приручим. В панике причем бежит. Сука, вот волки это хуёво. В натуре охота. Ебать, он втопил, конечно.
Да может ты нахуй пойдешь? Куда он, блядь? Ой, бля. Это, конечно, гемор. Я типа за ним в жопу дышать должен был. Чё за хуйня? Ой, да идите вы нахуй. Я сейчас тогда своего тигра позову, хуй он съебется, блядь. Пиздец. Если б я знал, что такая хуйня будет, я бы сейчас на тигре поехал. Такое ощущение уже, как будто я... А, ну да, фактически целую серию этой охоты занимаемся. Да что тебе надо, поебало, на? Писец. Я недоволен. Вот здесь вот ставлю, короче. Заебет этот кровавый клык, блядь. Ресурсами не запасешься. Давай, где ты, блядь? Он угорает, наверное, да? Где ты есть-то, блядь? А, вот где это ебанько, давай сюда. На, нахуй. Сука. Бегом, фастом, блядь. Фастом мне тигра, блядь. Да сука. Не будь гнидой, давай. Беги, беги, блядь, беги за ним. Пусть только попробует съебаться. Давай. Моя формула один, блядь. Хуярь за ним, хуярь. Все деревья собери, ну хуярь за ним. Пусть только вот попробует написать, что он от меня съебался. Пиздец. Сука, повернул. Дерево. Ну и далеко ты съебался. Пидорас, блин. Ага, все. Братух, мы спешиваемся, и ты идешь нахуй. Ну, домой, короче. Писец. Охота, конечно, затратная хрень. Охереть, у него тут жопа. Вот это место мне вообще не нравится. Ладно, это чуть получше.
давай, придурок, ко мне, ко мне. На, сука. Сейчас сгорю, блядь. Охуеть. Приручил, блядь. Ну да, это жестко. Ладно, что у тебя по характеристикам? Если вот у меня у обычного сила 4, скорость 5, скрытность 3, то у этого сила на 1 больше, скорость и скрытность. Короче, он лучше. Сильнее, типа. Ну ладно. Сколько времени прошло? 32 минуты. Давайте, так сказать, закругляться. У нас целая серия, блин, ушла на охоту на этого кровавого клыка. Больше я не буду, ну, снимать охоты всякие, ну, потому что не вижу смысла. Времени много убивает, и серия уходит, и сюжет просираем. Проще, блин, это, чтоб я за кадром как-то этой охотой всей занимался, и все, и приручал зверей. Ну, скорее всего, так лучше будет. Напишите в комментарии. Ну, ладно. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Всем до скорых встреч, друзья, и всем пока. До скорых встреч.